Здравствуйте, друзья и враги! Сегодня мы поговорим про яркие моменты запуска отголосков Atlas. Это у нас игра Patch of Exile. И, дорогие товарищи разработчики, так сказать, обращаются к нам. На выходных состоялся запуск высокоуровневого дополнения отголоски Atlas и Лиги Испытаний Ритуал с рекордным количеством изгнанников, вернувшихся в Реклас в надежде умилостивить Мейвен. Наше сообщество уже успело запечатлеть так много волнующих и интересных игровых моментов, что сегодня нам захотелось показать некоторые из них вам. Взгляните на них ниже. Вроде все так хорошо написали, но нужно понимать, что этим обновлением они сломали стандарт, потому что опять в краже на вот этот вот маленький островок, там где вот эта наша гавань бандитов, преступников, там всех вот этих вот веселых ребят, снова завалилась куча каких-то чуваков, которые полностью все тормозят, хотя раньше был патч, который убирал. И они говорят на выходных. Но на выходных она стартанула, сама подготовка к обновлениям, она в пятницу, в час дня уже не работали сервера и починили их нормально, адекватно только в 12 часов вечера. Причем, говорю, некоторые моменты на стандарте также отразились. Здесь вот они говорят, как весело, все прикольно, но мы-то знаем, что было не все весело, прикольно, и можно это музыкальной паузой отметить. Нельзя обосраться, нельзя обосраться, и мы обосрались, лай-лай-лай, ла-ла-ла-лай-лай-лай. Нельзя обосраться, но мы обосрались. И тут уже игроки пишут. Люди говорят, класс, ой, как классно, весело. А как же яркие моменты, когда бежишь у Як, и игра пропала, как будто и не было никогда. Спонсор, мастер, тут вообще кто-то писал где-то что-то тоже. А где яркий момент отключения трейда на целый день? Это люди, в принципе, ну, достаточно, которые любили эту игру. А где яркие моменты реколбаса серверов и трейда в офлайне? А где скрин очереди игроков в 80 тысяч миллионов игроков? Они сервера, наверное, поотключали? Сервера поотключали, чтобы меньше за электроэнергию платить или меньше сетевого трафика хавали. Но такое количество людей захотело вернуться, потому что нечего делать, карантин продолжен. Ну а спасибо. Я за один день потерял 2 шестилинковых брони. Один раз вместо отложить нажал обновить, второй раз кражи выпал шестилинкуник и умер, а обратно зайти уже нельзя было. Кража не работала, зависает, глючит кража, потому что нагрузка на сервера. А где дропы серверов, отключение трейда, очереди, нехватка монет даже на залог? Я вам так скажу, что многие попомнят мои слова. Это первый раз, когда комьюнити так засрало все эти обновления и нововведения. Это первый раз в игре Patch of Exile, потому что здесь комьюнити очень лояльны к разработчикам, даже если разработчики творят откровенную какую-то дичь. Здесь, ну, как видим, у людей куча каких-то наград, призов, ну, спонсор всех лиг, но у людей бомбануло. А мне вот ставят дизлайки, говорят, что я, типа, неправильно что делаю. Сделайте вместимость танка Харвеста до 5 крафтов или возможность расширить. Ну, они вернули-то... Харвест — это жатва, которую я всегда ругал. Здесь люди тоже высказались... Говорит, накидали ссылок на ресурс, куда адекватный человек не зайдет. Делайте монтаж и заливайте на YouTube, не ленитесь. Они как-то с канал на YouTube, у них тоже как-то вяленько, чахленько. Все, когда Patch of Exile был на горении, у них был канал там с прикольными обучающими видео, озвучка была. Не знаю, сейчас что-то разрабы просто как обленились, разболтались. Ну, не хотят уже, они засели на этот конвейер, вот просто эти шкурки-скинчики делают. Насчет увеличения сейва крафтов для Харвеста согласны, но меня беспокоит, что я не могу получить доступ к заселенным крафтам из убежки. Хочешь что-то крафтянуть или за селенных свойств, бегай карты, пока не попадет Харвест. Блестяще. Самый яркий момент — это постоянные краши клиента первые 2 дня. После этого я в очередь и потеря всех порталов при заходе в игру у меня знатно подгорел. Ну, люди пишут, подгорают у людей. Почему я не играл в эту лигу? Я понял еще с пятницы, что нету смысла заходить, будут глюки, тормоза, какие-то проблемы. Ну, смысл как бы тратить время просто. Во. Где же яркие моменты обмана своей аудитории касательно
реворка Ансендеси, где яркие моменты касательно бафа более 40 скилл геймов, где яркие моменты, где куча стримеров, читая патчноуты, были просто в лютой шоке и называли это трэшем, где яркие моменты краши клиентов игры на ровном месте, где яркие моменты неработающего тренда. Виснет свой, лагает, виснет. И мне говорили, вот всякая шваль ходила и ставила дизлайки, и писала, вот ты не говори так, потому что игра, потому что зайдет какой-нибудь топовый там блогер и вот скажет, что ты не прав, типа. Так все же люди говорят, вот же люди ж пишут, сами игроки пишут. Киберпанк какой-то прямо. Это гениально, это просто гениально. Это просто охуенно. Напоминает сказочную страну, где по телевизору все хорошо. ГГ берет пример. Ну и на этих словах мы закончим. Короче, игра движется туда, как многие игры, куда движется то, что у меня были опасения. Надеюсь, разработчики возьмутся за голову и не будут повторять судьбу как игры, там, как Survivor, Говнарим и вот прочей этой хрени. Как Prime World игра, которая сдулась. Просто Prime World игра, которая сдулась, лопнула. Потому что там тоже все было сказочно, все в это верили, все шли в какое-то светлое будущее, но никуда не пришли. Поэтому разработчикам нужно начинать делать нормальную часть игры на нормальном движке и больше не доить вот эту полудохлую корову. Всем спасибо, всем пока.